Привет всем из солнечной Аризоны. Сегодня я прогуливалась, как всегда, по одному из нейборхудов и увидела вот то, что сейчас вы увидите на экране. То есть люди разрисовывают камни красками и делают различные надписи очень приятные о любви, о дружбе, о каких-то своих мечтах, бабочек всяких. Я хочу сказать, что сейчас очень модно в Америке, но в частности в Аризоне, потому что даже я заметила уже вот такие люди оставляют разрисованные камешки в разных частях города. И если даже вот я иду на хайкинг, иногда вижу такой камешек разрисованный, или я в парке где-то гуляю, тоже вижу. То есть это сейчас очень модно. Люди как бы передают эстафету, может это один камешек или два камешка, они их разрисовывают и потом передают какому-то своему другу, что он это тоже сделал и оставил где-нибудь там, где человек, проходя, мог видеть и улыбнуться, прочитав или рассмотрев, что нарисовано на камешке. Я считаю, что это очень-очень-очень такое приятное нововведение, особенно для детей сейчас, когда большинство находится дома на коронавирусе, и школа вот уже сейчас закончилась, наступили летние каникулы. И вот эта вот своеобразная игра, мне кажется, очень подойдет сейчас, чтобы играть в нее нашим детям. То есть передавать, вот даже здесь не написано, что your turn, то есть человек уже нарисовал, человек уже положил в какое-то место эти камешки разрисованные и передал как бы эстафету другому человеку и сказал, а теперь твоя очередь. Этот человек тоже будет разрисовывать, это зависит уже от него, сколько камешков он разрисует, и передаст там или соседу, или другу. И, ну, в общем, мне кажется, что это очень такая полезная игра на сегодняшний день. Вот хочу с вами поделиться, показать и высказать свое мнение. До скорых встреч, всем желаю хороших дней!